Ну а как вообще-то тут? У вас без приключений? У нас каждый выживает как может. Просто странно, что это вокруг, вот рядом с тобой, ну а как? Я вот, например, со своей стороны, я могу только до Краснодара доехать на поезде и вернуться обратно. Позволишь поинтересоваться, почему? Потому что их успехи, наши успехи. Съездить куда-то, допустим, за границу или еще куда-то. Нет, конечно, такой возможности. Ну, как бы об этом только стоит помечтать. Мечты на то и мечты, чтобы не сбываться.